эксцентриссимо. Шоу-бизнес потихоньку ломает стандарты красоты. Лолита тут всем продемонстрировала свои формы, оказавшись на сцене в полупрозрачном трико. А в Штатах ломает стереотипы Марайя Кэрри. На видео с ее концертов, которые фанаты выкладывают в сеть, видны все лишние килограммы певицы. Инсайдеры даже сдают цифры. 120 кило, говорят. Кто-то даже сообщает, что на сцену звезду выносят и устанавливают. И она на своих шпильках так и стоит, все танцы позабыла. Поговаривают, что те самые 120 – плоды одиночества. Но все равно фанаты слегка негодуют. Угодить им вообще сложно. Ксения Собчак, когда собиралась худеть, тоже встретила массу недовольства. И без того вроде ничуть не объемная телезвезда вдруг решила пару лет назад с мужем лечь в спецклинику в Испании. Публика заподозрила ее в анорексии. Неделя жесточайшей диеты под присмотром забугорных спецов стоит 4000 евро. Хотя в России многие всю жизнь, как Собчак, на похудении. На тарелке с горсткой пшена и парой ломтиков огурца. Только ничего за это докторам не платят. Правда, за окном не живописное побережье Коста-Бланка, а в лучшем случае прибранный раз в три года к приезду высокого чиновника уголочек. Эксцентриссимо.